Приветствую! На одном из видео, записанных 2 года назад, я обнаружил пролет объекта на фоне Луны. Съемка велась специальной камерой, установленной в прямом фокусе телескопа. Параметры пишу на экране и в описании под видео. Обязательно выбирайте максимальное качество в плеере при просмотре и разверните видео на весь экран. Ранее я уже подобное замечал и делился с вами на канале. Случались пролеты и в прямом эфире. Бывают пролеты темных силуэтов, напоминающие птиц. Это может показаться странно, но птицы могут летать высоко в небе ночью летом. Бывают пролеты темных точек. Это могут быть спутники на орбите, метеозонды или что-то еще. Но в этот раз объект, похоже, имеет две части, разделенные расстоянием. Взмахов крыльями не видно. Определить расстояние до объекта сложно, но можно сказать с уверенностью, что это не может быть насекомое перед телескопом. Ведь все, что находится прямо перед телескопом, находится не в фокусе. То есть мы можем махать рукой перед телескопом, и руки мы не увидим, а только общее потемнение всего изображения. Может, конечно, это жук на расстоянии около километра или 500 метров. Но в то же время вряд ли может быть объект, летящий вокруг Луны или над ее поверхностью. Ведь тогда его размеры должны были быть несколько километров. Это не похоже на МКС, Международную космическую станцию, так как она должна была бы быть больше при таком масштабе Луны на изображении. Высота Луны над горизонтом при съемке составляла 13 градусов, то есть Луна была довольно низко над горизонтом. На этой схеме показано направление пролета объекта относительно Луны и горизонта. Наблюдения проводились в Украине, Харьковская область. Напишите в комментариях свои мысли, что это может быть, на что похоже. С какой вероятностью это может быть спутник на орбите или космический корабль инопланетян? Согласитесь, трудно поверить, что мы одиноки в таком огромном космосе. Но в то же время трудно себе представить, что к нам кто-то прилетит, если мы сами еще не научились летать к другим звездам. Смотрите видео на канале, подписывайтесь на новые. Всем удачи и мирного неба!